уважаемые друзья, с вами, как обычно в это время, Независимая Федерация Рестлинга. И мы продолжаем освещать самые значительные события в российском рестлинге в 2006 году. Сегодня, 26 нашего главного ежегодного праздника, Рестлиады, прошедший в этом году уже во второй раз. Ну а сейчас мы предлагаем вам немножко поностальгировать. То, что вы сейчас видите, это такое музыкальное видео с прошлого чемпионата, состоявшегося первый раз в прошлом году, уже более года назад. И вот сейчас мы видим самые яркие моменты с того чемпионата. Этот чемпионат проходил по принципу «Россия против Америки». В четырех боях сошлись наши и американские рестлеры. И мы одержали достойную ничью 2-2. Да. Приезжали так от нам ребята из Американской Федерации Superstar Pro Wrestling. Это был потрясающий чемпионат, потрясающее шоу. Если вы не видели, ребята, вы многое потеряли. Ну что же, а сейчас мы, пока вот вы смотрите замечательный видеоряд боев, немножко о матче, который вот нас ждет. Это тоже будет что-то с чем-то, я надеюсь, поскольку... Забияка и Кейкштайн, который прославился своим дрочливым поведением, столкнется с другим Забиякой и хулиганом Иваном Барковым Локомотивом. И кто победит, остается только. Говоря о забиячестве, мы бы хотели показать вам фрагменты предматчевого интервью с нашими зарубежными гостями, с вышеупомянутым Эки Экштайном из Германии и с Джо Легендой из Канады. Иван. Например, я занимался 4 года спортивным самбо, и потом еще 4 года боевым самбо. И почти стал мастером спорта. Вот так. Понимаете, это спорт. Соответственно, в спорте должно быть уважение. Пускай на ринге мы другие, но как человека, как борца, как человека, который достигает определенной цели, как сказал немногим ранее Джо Легенда, у него рестлинг — это цель, и он на остальное больше не обращает внимания. Да, я вижу, что Ваня очень добрый рестлер. Да, вот то в отличие от ГРУ, я уважаю. Я понимаю, что это мой враг. Он будет делать все, чтобы победить меня, он может меня покалечить, поэтому я буду делать все, чтобы победить его. Is he talking to me? Yeah, he's saying that he knows what to expect from you, and therefore don't expect something nice from him either. Well, it's good that he knows what he expects, what he has to expect, because all he can expect is that he's going to be laying on the floor. Hey, I'm talking! He's laying on the floor after the match, 1-2-3, and I'm going to be the winner. Так. Who is he? I've never heard of him. Is that all you can offer to me? Да, ты знаешь, Вадик, я тебя знаю. Ругаться. Посмотрим, что будет в субботу, а? Ты такой крутой, да? Ты крутой? Так, командир, дай мне перевести. Вас, а? Вас будет стукнуть на шаг. Рис, плиз. Ребят. На? На. Вас из. Давайте умерим пыл please, свой, please. Пожалуйста. Чувак! Вадим, как тебе праздник? Спокойно, спокойно. Джо, thank you. Давайте успокоимся. Вот так закончилось это интервью. Но прежде чем перейти к матчу Эки Экштайн-Локомотив, мы покажем вам небольшой фрагмент матча Экштайна у себя на родине, в Европейской Федерации Рестлинга, против японца Кенда Кашина. Так что прежде чем вы наконец увидите Экштайна в действии против россиянина Ивана Маркова Локомотива, вы можете оценить стиль EWP. Европейский, техничный и жесткий. И очень они жестоко дерутся. Кстати, вот могу сказать, как человек, испробовавший этот стиль рестлинга, очень жестоко и очень больно. Вот, разоряется комментатор на немецком языке наш коллега. Мы абсолютно ничего не понимаем, но немецкие крики вызывают у меня такие... Многих воевали деды. Но смею вас уверить, что на немецком языке приемы называются практически так же, как и на русском. Да, только с немецким. О, das ist суплекс, das ist фантастиш. Да, ну и так далее. Да, и наш... Это был chicken wing суплекс, или бабочка, или цыпленок, цыплячий суплекс по-русски. Сколько названий у одного приема. Цыплячий, это что-то у меня какие-то ассоциации, знаете, с ресторанами. Хрянь. Слэм от Эки Экштайна. И смотрите, вот боролись они, боролись, но все-таки ближе к концу матч переходит тоже в такой более high-impact, высокоударную стадию. Да, Экштайн лезет на третий канат, проводит дропки. А Кендо Кашин, легендарнейший, кстати, рестлер, очень известный в Японии. Кстати, всегда входит в маске, даже в аэропорту при проходе таможни и пограничного контроля. Намучился бедой. Как он чистит зубы или улыбается? Нет, как только он вышел из дома, так сказать, на рестлинг-мишн,
он надевает маску и не снимает ее до тех пор, пока не пройдет, не съездит в другую страну и не вернется после, не проведет бой и не вернется обратно. Да, вот они, подлые японские штучки-дрючки. А я его видел без маски, вот так. Какой? Вот смотрите, просто вот болевой какой с верхнего каната, да? Да, болевой Найки Экштайна. И рефери, что? Это был он подлый видел, прием. Он рефери не засчитывает победу, он видел, что, что к этому привело ослепление в глаза. И вот прибегает уже недовольный британский дикий кот Робби Бруксайд. Да, и он нападает. Еще кто-то прибежал. И вот, видите, не только у нас в федерации матчи кончаются бардаком и беспределом. Итак, назад к Красноярске. Встречаем противника Эки Экштайна, Ивана Маркова Локомотива. 100 килограмм, Иван Марков Локомотив! Да, ну что, против, так сказать, забияки Эки Экштайна выставили не меньшего забияку Независимой Федерации Рестлинга Ивана Маркова Локомотива. Поскольку те, кто наблюдают за его карьерой здесь в НФР, уже заметили, что Иван Марков Локомотив частенько не дает другим рестлерам нормально проводить свои матчи, заявляет о себе зачастую в не самых подходящих ситуациях и оказывается там, где ему быть не следует. Но, тем не менее, он уже удостоен был чести быть командным чемпионом и является одним из самых опытных борцов НФР на сегодняшний день. И вот он, момент истины. Сейчас вы увидите экс-чемпиона Европы, экс-интерконтинентального чемпиона, одного из основателей Европейской ассоциации про-рестлинга. И это будет немецкая ракета Эки Экштайн. Недостаточно слышит поддержки в свой адрес. Так, просит микрофон, слушаем. Немцы в Москве, дорогие друзья. In dieser verdammten Halle irgendjemand Deutsch. Господи, я это услышал, сразу какие-то немецкая кинохроника вспомнил, знаете, Вторая мировая. Okay, just because I am a nice guy, is anybody here speaking English? Он попытался вначале обратиться к публике по-немецки, он сказал, ну раз вы такие бараны, все буду говорить по-английски. Well, I've come to Russia, to this beautiful country, with all those beautiful women. Уважение, респект. Да, теперь он прекрасная говорит, что страна. Я приехал в эту прекрасную страну с прекрасными девушками. С прекрасными бедными девушками. To go out with. You know, почему они бедные? Он объясняет, потому что у них нет нормальных мужиков, с кем они могли бы нормально провести время. А все их мужики это такие уроды, как Нет, он спрашивает, а где же мой оппонент? А, что-то... Оппонент возле ринга, он его не заметил просто! Господи. Ласково называет, Иванушка. Издевательство он его называет. Вот, Россия, Россия! Ребята за Россию, ну и естественно...
такого неуважительного отношения он не потерпит. Смеется, издевается над Локомотивом. Да, скептически, издевательски показывает пальцем и смеется в сторону Локомотива. И поднимает вверх сжатый кулак, прославляя свою родину Германию, откуда он сам приехал. Очень популярен он, кстати, там. Ну а здесь встретили его немецкую ракету, не встретили хлебом и солью. Ее не встретили ни тогда, ни сейчас, ее тоже не встречают. Иван Марков, Локомотив предлагает начать матч с рукопожатия. А, это была, скорее всего, уловка, фирменная уловка Локомотива. Дайкштейн на это дело не купился. Да уж, да мало сказать, что не купился. У него, похоже, своих трюков запасено столько, что Локомотиву еще придется очень сильно постараться, чтобы не попасть на всех на них. Да, уникальный матч. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, как он. Ай, думал, что перехитрил, не ожидал. Вот, да, такой немножко оглушенный, ой. Да, Иван Марков, Локомотив все-таки улучшает момент вот, и сваливается. Вот здесь Дас, как бы его читается в его взгляде. Что такое? Смотрите, сильно свалил, у Экикштайна перебило дыхание, и он за рингом пытается восстановиться, попутно споря со зрителями. Ох, Локомотив, да. Конечно, Локомотив не производит, вот, глядя на него, не скажешь, что это прям уж супер накачанный здоровый парень, но вот как цепная собака просто он вцепится, и все, и уже не оторвешь его, это понятно. Такой бульдог, даже не бульдог, а бультерьер. Что? Также обладает очень жесткой ударной техникой. А, да, смотрите, точно. Вот как по голове прямо жестоко работает. Хотя вот представитель европейской школы рестлинга, какой причитает себя Кейкштайн, он проповедует этот стиль, скажем так. Он тоже очень жестко работает. Европейский стиль не сравним ни в коей мере с американским. Да, вот смотрите, какой был у него сейчас только что оригинальный проведен прием, описать который можно... Задавливание пятой точкой зажатого в углу оппонента. С разбегу въехал. Никакого уважения между оппонентами нету. Да, шлепок от кожного сапога по спине Локомотиву раздается на весь зал. И суплекс. Да. Грубые такие плохие приемы. Грязный прием проводит Экинштайн. Ой-ой-ой. Всем своим 110-килограммовым весом он падает на Локомотива. Нет, не прошло удержание. Да, вот это вот, вот это вот бомба. Что это за жест был от нашего рефери? Что он ему показал? Я немного не понял. Ой, Локомотив даже вот находясь на Россию на колени не поставит никто. Да, он знаете, надо отдать ему должное. Символичная картина. Немец поверг русского Ивана. Но не, вы знаете, попомните мои слова. Не будет такого, чтобы вот он. Наш русский Иван, он как птица Феникс. Воспламеняется, вернее, воссоздает сам себя из пламени. Да, Экикштайн продолжает атаку, в которой приемы перемеживаются с такими издевательскими жестами. Надо же, я думал, Локомотив сейчас нанесет ему подлый удар между ног. Но нет, попытался его свернуть в захват удержания. Школьник называется этот прием. Не получилось. Ох! Ой-ой-ой, какая плюха-то по голове прям. И снова-снова Экикштайн покидает ринг. Да, во второй раз ему нужна передышка. Мы видим, что Иван Марков не улучил ни одного момента. Когда он мог сопротивляться, он это делал. Экикштайн недоволен всем. Недоволен зрителями, недоволен своим противником на ринге. Ой, господи, дорогие. Слушайте, в кои-то веки Локомотива так приветствует. Да. Это, знаете, действует логика. Мы знаем, что он подонок, но он наш подонок. Поэтому будем болеть за него. Это была бомба. Смотрите, да. Бомбу сделал не ожидавшему атаки сзади Локомотиву Экикштайн. И опять-таки и судьей он тоже недоволен. Что же, говорит, я в полоску. Я даже скажу, не просто в полоску, а в широкую полоску. Наш рефери, это знаете ли вам, морские медленные там волны, не то что рельсы, говорит, да. Так, ну и что, захват, захват проводит Экикштайн, удушающий захват. Пытается Локомотив схватить его за волосы, но нельзя, потому что запрещено это делать. Так. Да, вот тут схлестнулись. Одна грязная тактика против другой грязной тактики. А Локомотив-то не привык следовать по правилам, ему невозможно просто... Рефери только бегает вокруг, чтобы пытаясь уследить, кто из них проводит что-то незаконное. Оглушитель только что провел, Локомотив избивает клоузлайном Экикштайна. Немецкая ракета на полу, поднимает его, ух, и еще один удар. Так, как же...
Так, это будет шпалоукладчик. Наверное, это будет шпалоукладчик. Да, это шпалоукладчик. Это любимый, ранее был коронный прием, но теперь это просто любимый прием Локомотива. Нет, не прошло удержание. Но он выключил Экштайна все-таки на какой-то момент. Я так думаю, что свой коронный прием гудок Локомотив на Экштайне провести не сможет просто физически. Поэтому, да, наверное, тяжеловат. Да, потому что это прием. Но шпала — это тоже очень эффективный прием. Всем весом Локомотив падает на солнечное сплетение локтем. Да, вот Экштайн из угла еле-еле сопротивляется. Все-таки встает. Вот как я сказал, не то что рельсы в два ряда. Видите, как в тему-то оказалось, а я даже не ожидал. Да. И опять Экштайн отвлекается на публику, и Локомотив, да, на любви, на войне и в рестлинге, и на рестлинском ринге позволено абсолютно все. И вот Локомотив атакует, но промахнулся. Промахнулся бигбутом. Попал в подушку. О, это был чоп! Боже мой! Вот это знаменитый блин, европейский чоп. И по спине, по голой спине бьет Экштайн. Локомотив просто опешил. Он... Ой, это вообще какая-то была пощечина тоже. Нет, ну такие жесточайшие оплеухи. От них, конечно, не только прижигает кожу, но и... Просто все мозги вылетают, все мысли вылетают. Ой, что творится на ринге? Локомотив повержен. Убит, хотел сказать. Избит. Растоптан этими ужасными чопами. Ногой тоже ему Экштайн заехал в голову. Но поднимается из последних сил, поднимается Локомотив. И наносит ответный удар. Все-таки смог. И европейский апперкот это был. И еще один. И еще один. О, сказали что-то вместе. Загадайте желание, дорогие зрители. Матч идет с попеременным успехом. Да, конечно, Экштайн при всей своей массе опытности все-таки не может задавить и подавить Локомотива. Да, но опыт Локомотива. Вот тут было сказано, что Локомотив опытный. Да, 2 года в федерации. Это опыт, конечно, но по сравнению с 14-летним опытом Экштайна, который с 92 года борется, ну, сами понимаете, да, 14 типа, против 2, это как бы совершенная ерунда. Да, и Локомотиву сейчас примерно столько лет, сколько было Экштайну, когда он только занялся профессиональной борьбой, что интересно. А Локомотиву, я так понимаю, сейчас 20, да, 23 примерно. 23? Ну, как раз, а Экштайну 36, вот вам и разница. Подожди, хорошо сохранил, вот не сказал бы, неужели, что ему 36 лет? Так, мы видим, что Эки Экштайн провел еще один грязный трюк на Локомотиве. Он отвязал подушечку и смог, да, таки затолкнуть туда Локомотива лбом. Но Локомотив, как мы видим, быстро оправился. Сам атакует, поднимает Эки Экштайна. И попадает к нему в захват. Хедлок, захват головы. Так, еще один хедлок. Так, что же будет? Локомотив выталкивает, хватает, а Эки Экштайн пытается поймать его за волосы. И еще раз, он ловит его. Да что ж такое-то, четвертый раз? Ну никак, пытается отвернуть голову Локомотива, бьет его в солнечное сплетение. Ногой, запуск канаты, ой-ой-ой, ехал к этому Локомотиву и бьет его затылком прямо о ринг. А железный, у нас там есть некоторое покрытие мягкое, конечно, но внизу там железные балки, дорогие друзья. Так, Бодислэм, но видно, что Локомотив подустал. Подустал, уже тяжело ему даются эти приемы, не знает уже, что предпринять. Ну, надо удерживать, наверное. Нет, нет, он потерял, конечно, драгоценные секунды, которые могли бы принести ему победу. Ох ты, какой удар! Большой башмак Локомотива достигает цели, челюсти Эки Экштайна. Ну, господи, что же они все-то позируют? Позерство до добра не доводит, он не ожидал. Он не ожидал, что Эки встанет так быстро, не только встанет, а поймал Локомотива и бросок, который мы называем электрический стул. Так, Локомотив бьется головой, спиной, и он в отключке, и Экштайн, да, вот этой вспышки силы, всплеска этой силы ему хватило для того, чтобы провести этот бросок и снова упасть в изнеможении возле своего противника. Ну что же будет дальше? Не ожидал наверняка Экштайн, что ему окажет русский парень вот, сопротивление такое. Ох ты, это была пощечина. Ох, скандирует публика. Локо, локо. Сюда бы вот фанатов Локомотива, футбольника. Ох, бы они сейчас бы речевочку какую-нибудь загнули. Так, ну что же будет дальше? Я думаю, Локомотиву это поможет. Да, смотрите, он среверсировал.
не знаю, по количеству обманок и хитрых раз, падений. Два, Экштайн увеличивает давление путем закидывания своих ног на канат. Рефери заметил. Ой, смотрите, что он сделал. Он толкнул нашего рефери. А в Германии, кстати, за это бы уже показали желтую карточку. У них на ринге практикуется такая вещь. И скручивание со стороны Локомотива. И смотрите, удержание. Раз, два, три. Это была победа. Это победа. Я не могу поверить. Локомотив уделал только что суперзвезду немецкого рестлинга. Не очень честно, конечно, но он остановился его же собственным трюком, его же Эйнштейна трюком. Может быть, он только что смотрел, видел, что делает Экштайн, и сам решил сделать то же самое. Неожиданность плюс. Плюс не знаю еще что. Удачное стечение обстоятельств Локомотива приносит ему победу. Да, победа, дорогие друзья. Этот матч закончился в пользу России. Ну что, Экштайн пытается оспорить решение судьи, но ничего не попишешь. Да, Экштайн не верит своему поражению, просто не желает убираться с ринга. Вот мы сейчас увидим повторы, ключевые моменты. Вот, он подло пытался удержать Локомотива, рефери это заметил. Молодец, Данилу так держать. Да, Экштайн его перекинул, отвлекся на судью. Ну что ж, характер, да, характер, конечно, взрывной. Рефери пытался судить, опять качают они свои права на ринге. Как скала нависает Экштайн. И вот этот Локомотив этим воспользовался, скрутил и точно так же подло, но на этот раз удержание прошло. Рефери, наверное, специально этого не заметил. Смотрите, Локомотив. Локомотив расписывается. В лучах славы Локомотив расписывается на чьей-то фрианатской лысине. На голове расписался, о боже мой. Вот это да, никогда такого не видел. Так, секунду, что же сейчас нам скажет Экштайн? В следующий раз, говорит он, я привезу нормального судью с собой из Европы, который знает, как надо считать. Ну, короче, как всегда, виноват стрелочник, если поезд, да, с поездом сейчас начнется. Ты проиграл! Ну, все, ну чего, ну тут уже сам президент сказал, ты проиграл, Экштайн, ничего не поделаешь. Дальше нас ждет последний матч, состоявшийся в рамках международного ежегодного чемпионата «Рестлиада 2006». И в нем, как уже было ранее сказано, встретится надежда российского рестлинга Иван Громов и его противник. Международная звезда с 14-летним стажем – это рестлер из Канады Джо Легенда. Борец из города Домодедово Московской области. Его вес 95 килограмм, Иван Громов! Как мы говорили в наших ранних выпусках от 2003 года, ну что можно сказать об этом рестлере? Ну что о нем можно сказать? Рвет всех на части, вот уже какой месяц подряд, с момента своего дебюта в прошлом году. Зал просто не хочет утихать. Да, Иван Громов, будем надеяться, зарядился энергией от своих соотечественников, болеющих за него, столь рьяно. Что истинно помогает, как говорится. И еще один. Нет, еще один. И вот он, единственный и неповторимый Джо Легенда. В отличие от иностранного Эйнштейна, который матч которого вы могли видеть на прошлой неделе, этот парень относится доброжелательно ко всем зрителям, не вызывает никого на ритм, ведь с ним сильно хотят. Но это сделать, посмотрите, какой фактор прямо по центру.
рестлинга. И сейчас этот пояс у него в руках, это как раз символизирует то, что он является чемпионом Японской Федерации Рестлинга. Приглашает на ринг Ивана Громова и вызывает ему еще раз аплодисменты. За титул, который держит Джулиан. И он призвал так что пожать друг другу руки и устроить хороший поединок. Хороший, честный. Да, ну что, на стороне Громова, конечно, молодость и напор, но за плечами у Джо легенды опыт и напор. Опыт и напор плюс. Ну, поздоровее он, конечно, будет Ивана Громова. Да, вот когда смотришь на Ивана Громова, то, конечно, производит впечатление здорового борца. Но когда он оказывается рядом с Джо Легендой, то опять-таки он выглядит просто как подросток на его фоне. Ну, почти как подросток. Хотя, напомним, в Иване Громове около 92 килограмм, а в Джо Легенда так, наверное, примерно 125. Если не больше. Так, и они показывают нам приемы классического рестлинга, чейн-рестлинг. На вот такие захваты, заломы. Стараются вести чистую, честную борьбу. Без применения подлых приемов. Так. Да, борцы как бы примериваются друг к другу такими изначальными пробными захватами рук. Часто реверсируют. Выдергивают свою руку из захвата и применяют нечто подобное со своей стороны. Вот Джо, ну, Джо Легенда, конечно, в этом явно поопытнее. Мы видим, как он достаточно легко прокручивает Ивана Громова. Иван Громов уходит от захвата кувырком и зажимает Джо Легенду в захват головы. Джо Легенда разгоняет его, сам ложится. Но смотрите, Иван Громов как-то смог реверсировать и сделал Джо Легенде хип-тост. Джо Легенда оказался на полу, да, и встает. Да, молодец, молодец парень, я не ожидал, читается у него. Да, похлопал. Сколько уважения в этом матче, да? Сколько было неуважения в предыдущем. Да, сколько уважения, сколько позитива в этом. Ничего не стоит за спинами этих борцов, кроме как желание оказаться сильнейшим и достойнейшим в рамках борцовского поединка. Да, вот таким и должен быть идеальный матч по рестлингу, как мне кажется, честный, блок, бескомпромиссный. Ой, смотрите, что они сделали. Ударили ногами друг друга и поймали. Каждый блокировал. Да. Да, публика оценила этот обоюдный жест обоюдного уважения со стороны обоих борцов. Господи, такое еще, когда это звонит, ощущение, что мы дискотеки где-то заводили такие. Эх, народ, разгуляйся, как говорится. А вот смотрите, это уже нечестно, нечестно. Ой-ой-ой, вы посмотрите, что делает Джо Легенда, это нечестный прием. Он затолкал Ивана Громова в угол и наносит ряд ударов ему в грудь. Громов этого явно не ожидал. Ну что же такое? И промахивается, и теперь Иван Громов наносит ряд ударов. Да, такое ощущение, что Джо Легенда тестировал Ивана Громова. Сначала он тестировал ее захватами, а теперь он перешел к более жесткому тесту. А выдержишь ли ты мои удары? Пытался Громов его вытянуть, тоже Легенда, как более сильный, и смотрит здоровый момент. Обратный локоть. Перехитрил. И опять же сбивает. Да, опыт все-таки не пробьешь, как говорится. Вот, видите, поступок не вызвал одобрения со стороны фанатов. И начали они, как называют, как говорится, букать. Так, Иван Громов лежит. Ну вот видите, уже нечестный прием. Ой, за ухо поднимает еще Ивана. За ухо. Ужас какой. Так вот за ухо, разве считается легальным тогда? Нет, нет. Опа, еще один мощнейший шлагбаум. Ну, конечно, наш Иван, он так быстро не сдастся. Неспроста это Иван Громов. Он грохочет, гремит своей надвигающейся мочевой. Смотри, что он делает. Такого прямо мы не видели никогда. Размах бьет головой Ивана Громова. Прямо лбом, а ринг удержания. Нет, не прошло, вырывается наш Иван. Иван против, знаете, вот русское имя Иван против обычного имени Джо. Джо, это что же типа? Типа Ивана. Канадская версия Иван. Джо Легенда, он сам родом из Канады. Ой, суперкик. Вы представляете, что такое получить суперкик от 130-килограммового монстра?
Голова Ивана Громова улетает назад, челюсть клацает, но он все равно еще не сдается. Третья попытка подряд удержания со стороны Джо Легенды, и он просто не верит этому. Он показывает жестами, что все, игры кончились, сейчас я его прикончу. Так, не собирается ли он тебе, по-моему, собирается делать либо свайм, либо попу. Судя по жестикуляции, это будет что-то мощное. Зарин. Травмы, как мне кажется, потому что полететь с затылком с такой высоты. Да. И вот Иван Громов не дает Джо Легенде продохнуть. И прямо через канаты выпрыгивает на него. Это прием кроссбади. Он приминает его прямо к полу. Прямо в полуметре от зрителей они валяются. И Иван Громов перехватывает похожую инициативу. За рингом настигает Джо Легенду, трамбует его ударами. И даже смог впечатать его лбом об край ринга. Да, похоже, Иван Громов пока с успехом выдержал ту тест-программу, которую приготовил ему в начале матча Джо Легенда. Смотрите, какого-то гоблина нам смотрите, Джо Легенда заблокировал. Как там переживают фанаты, мы видим, смотрите, да, кричит, стоп, не надо, пожалей его. Трясется, как в конвульсии, но не, знаете, не решается, хотя вот там вот охрана зашла. Смотрите, какая серия ударов, и они по челюсти. Прямо непосредственной близости от зрителей переходит в бой. И шок поднимает Ивана, разгоняет его, и он попадает лбом в стол, а свободной рукой прямо по оператору. Мы видим, как тряханулась камера от этого попадания, и даже объектив потерял резкость. Так, неужели он будет делать? Он будет, это будет суплекс. И с какой высоты, учитывая, что Джо Легенда около 2 метров ровно, с какой высоты придется... Легенда того, что его оппонент, молодой рестлер, окажет ему такое достойное сопротивление. Ой, только что долбанул его лбом о железную стойку, о железный стол. Иван поплыл. Судья даже спрыгивает с ринга. Устал уже вразумлять борцов. Вернуться обратно на ринг. Сам спрыгивает, проверяет состояние Громова. Джо Легенда не дает ему продохнуть. Снова закатывает на ринг. Да, вот это была жесткая серия. За рингом прямо на жестком бетонном неподготовленном полу. Не предназначено, чтобы здесь в этом комплексе проходили такие бои прямо на полу вне ринга. И мощнейший финалом делает Джо Легенда. Удержание моего Громов и здесь вырывается. Да, я напомню, следующий раунд проводится в спорткомплексе «Крылья Елизавета» в большой арене. Ну, не на такой гигантской, как подумали. Это небольшой стадион, конечно. Но это все у нас спортивный комплекс. Итак, что у нас на ринге? На ринге тем временем Джо Легенда атакует Ивана Громова, запускает его в угол, в противоположный угол. Да, вот так вот изматывая, избивая ему дыхание вот этими мощными запусками. И теперь следует болевой, такой полуболевой, полуудушающий. Иван Громов вырывается, удары ногти достигают цели, челюсти Джо Легенда. Вот Джо Легенда снова блокирует. Вот здесь, в этих перехватах, вот это да. Какой тычок на ней, удар по затылку, прямо в ботинку. И еще. Якудза кик называется этот прием. И он прямо с разбега канатов попадает в челюсть своим ботинком 45-го размера. Его конечный прием был заметен в Японии. Но, тем не менее, Иван Громов снова вырывается. Не может никак Джо Легенда поверить в то, что он не поддается, но никак. Загадочная русская душа. Никакой логики. Вроде бы, ну, должен же был проиграть, поскольку меньше. Проводится порядка. Третий канат. Попыток удержания. Иван Громов. Нет, вскакивает. Ему пришло второе дыхание. Не надо кричать Джо Легенда. Плечом, смотрите, какие следы у Ивана Громова на спине. Вот он, где запусков в команду.
реалити-шоу. Вот так вот. Смотрите, что происходит на этом ринге. Так, Иван Громов, смотрите, зажжется. Но если он еще и выиграет, это, знаете, так, на себя. Он завел его на финальный прием F5. Неужели он его сделает? Раскрут. Да! Молодец! Слушайте, вот... Удержание, раз! Ну, смотрите, что происходит. Это локомотив рефлекс. Они залезают на ринг и почему-то атакуют Ивана Громова. Я не понимаю, что происходит. А ведь победа была у Громова в кармане. Ведь, знаете, это победа Громова нашей легенды. Это равносильно, что наша сборная России по футболу выиграет у сборной Бразилии. Да, это возможно, но почему же победа Бразилии? Так, принимайте, смотрите, Манчестер Хоббит. Так, что же происходит? Почему Локомотив Флекс атаковали Громова? А ведь они были вместе на пресс-конференции, когда сидели там на особняком. Локомотив что-то говорил не очень лицеприятное в адрес Ивана. Ну, Громов-то... Ну, почему так произошло? Неужели они хотят помочь Жалькинте накрыть и удержать? Да, смотрите, они понимают. Скорее всего, Локомотив вдохновился своей победой над Эйкенштейном и решил, а поскольку этот матч проводился после его, может быть, ему стало обидно, что он такой крутой. Он решил остаться гвоздем этого шоу. Видимо, из-за этого в самом конце поединка, когда победа Ивана Громова была уже возможна практически в кармане, он появился, и смотрите, что они устроили на ринге. Ох, и Флекс Блудберг, этот монстр в маске, естественно, верный напарник. Машина смерти. Ну что же, все. Я так понимаю, матч оканчивается ничьей, поскольку это явно дисквалификация оба рестлера, нежели нет на Иван Громов. Не может продолжать бой. Так, секунду. Проверить трудность на комплекте.
противники 5 минут назад, Джо Легенда и Иван Громов. Итак, мы видим этот импровизированный финальный матч Русляда 2006. Иван Громов и Джо Легенда против команды Лакомплекс. Матч проходит по командным правилам. Это значит, борцы работают по очереди. Смотрите, как одновременно удерживает Джо Легенда Ивана Маркова Локомотива из Лекса Блузберга. Да, похоже, они не ожидали и уже жалеют о том, что они ввязались в этот бой. Мне интересно, какие энергетические напитки пьют эти рестлеры перед тем, как выйти на ринг. Какие-то. Сколько уже на ринге Громов и Джо Легенда. И смотрите, как, откуда у него силы берутся. Ой-ой-ой. Команда работает как команда. Флекс запускает в карман, а Иван Марков Локомотив бьет сзади колено. И это позволяет им выключить Джо Легенду на какое-то время. Они его вдвоем с затылком впечатывают в ринг сразу после этого. И похоже, сейчас они задумывают какой-то двойной прием. Некоторое время борцам разрешается атаковать друг друга, хотя, конечно, это не вполне легально. И вот он, топор палача. Два. Нет, сбрасывает же Легенду Локомотива. Вот Локомотиву свезло, так свезло. О, как какой-то буйный, не совсем адекватный фанат проскакал весело мимо экрана. Посмотрите, он пробежал, он встал справа налево. Господи, да, какие люди все-таки там, да. Чемпионаты приходят, это просто, таких надо в красную книгу заносить. Снова развлекается так, ой-ой-ой! Перехитрил их. А не забывайте, что и Джо Легенда, и Иван Громов уже на ринге находятся почти полчаса. Это значит, что сил у них в несколько раз меньше, чем вновь появившихся противников у Локомотива и Флекса Блузберга. Но они держатся достойно. Он просто в шоке от того, что происходит. Мало того, что он должен был судить одиночный матч, а здесь, который он перерос в командный. И вот рестлеры залезли на ринг, Громов и Джо Легенда, и нанесли по 10 ударов своим оппонентам прямо в лбы. И сейчас собираются запускать их друг в друга. Так. Локомплекс реверсирует, похоже. Они перехитрили их. Так, теперь уже роли поменялись, атакуемые стали атакующими, Локомплекс атакует, похоже, но каким-то образом теперь реверсирует Джо Легенда и Иван Громов, подбрасывает их. Смотрите, какой заехал Локомотив в голову Флекса, удержание, раз, два, три. Один раз в жизни они оказались в такой команде русского борца и канадца. В данный момент у меня куча положительных эмоций. Это только для вас, зрители! Вы еще хватает всем кричать, это удивительно. Хотел бы вас всех поблагодарить
за то, что вы пришли на наше шоу, то, что вы поддерживали меня. И давай выпьем очень сильно, не слышу! Спасибо. Спасибо, я люблю вас всех. И хотел бы вас еще попросить. Так же, как мне, поприветствуйте вам нашего гостя. Со знаком уважения со стороны легенды Ивана Громова, а закончился благодарностями от Ивана Громова зрителям и, конечно, Джонни Гейтса. Да, это ли недостойнейшая концовка этого чемпионата, и это ли не недостойный пример для подражания всем профессиональным спортсменам? Да, похоже, Джо Легенда в восторге, и я надеюсь, что мы еще неоднократно увидим этого потрясающего борца для других иностранцев. Так, секундочку. Что же? Смотрите, как дирижер манипулирует толпой. Да, эмоциональная концовка этого шоу. Да. Ну а мы, конечно, благодарим вас за внимание. И не забывайте со следующей недели снова смотреть наши чемпионаты, наши бои в независимой федерации рестлинга.